За безопасностью в школах Югры будет следить искусственный интеллект. Об этом на заседании регионального правительства рассказал директор Департамента образования и науки Алексей Дренин. Этот вопрос ведомство прорабатывает вместе с Департаментом цифрового развития. Накануне в регионе утвердили регламент о пропускном режиме в образовательных учреждениях. Этот документ разработали по поручению губернатора Натальи Комаровой. Специалисты учли опыт других субъектов страны, а также рекомендации Росгвардии и полиции. Например, входные двери и запасные выходы необходимо оборудовать прочными запорами и электромагнитными замками. При этом в случае эвакуации они должны легко открываться изнутри. Родители смогут прийти в школу только по предварительной записи. Классные руководители должны будут передать охраннику список посетителей с подписью и печатью руководителя.